Всем доброе воскресное утро, кто проснулся. Я еду за сестрой, и мы едем на кладбище убирать перед зимой папину могилу. Потом мне нужно будет заехать на рынок в Сити, посмотреть, может, куртку себе какую-нибудь такую, как стеганую балуневую, потому что сейчас вот в этих тужурках уже как бы некомфортно, а шубу еще одевать рано. Пальто неудобно мне. У меня есть пальто кашемировое по колено. Вот такой, как тренч длиной. Но нет, некомфортно мне в нем. Причем у меня кашемир такой мягкий. И когда я выхожу с машины, то очень много что на него липнет. Я покупала и всякие антистатики, и всякие там для натуральных материалов пальто, спреи. Нет, все липнет на него. Все липнет на него. Да, я так буду ходить. Что это? Я так не люблю. Я нашла вчера в интернете куртку красивую. Ну сколько она будет идти? Они-то напишут, что мы вам сразу отправим, а на самом деле ждать. Ну ты что, это не дело. Поэтому мне надо сегодня в магазин зайти, на рынок заехать сесть. Ну, в общем, сейчас мы сначала на кладбище поубираемся, а потом уже начнем. А потом уже начнем в магазин ехать. Маму с собой не взяли сегодня, очень холодно на улице. Сейчас -1, но ощущается совсем не как -1. У нас сегодня очень ветрено. На кладбище будет ветрено, представьте, во сколько раз. В очень во много раз. Вот сейчас мы ее застудим, не приведи Господи. И что я потом буду делать? Конечно, она тоже хотела поехать, но нет. Я с сестрой утром обсудила. Она говорит, сейчас я ей позвоню, все скажу. А я пошла пока собираться. Ну нет, конечно. Зачем? Сейчас ее продует там, не дай бог. Не-не-не. В общем, такие у меня мои любимые планы на сегодня. Может быть, я сделаю ленивых вареничков на вечер. Творожных. Ну, посмотрю. Как по времени. У меня сегодня еще одно дело по работе. Поэтому планирую сделать ленивые варенички. Что их там делать? Ну, посмотрим, получится, получится, не получится, значит, сделаем в следующий раз. Всем хорошего воскресенья, вкусного, уютного, домашнего. Ну, а мы поехали по делам. Мы с Наташей поехали в Волгомол. Она меняет на золотых часах себе браслет, а я сейчас поменяю здесь сразу батарейку в брелке. Вот мой S-парфюм любимый. Но у меня сейчас все есть, мне пока ничего не надо. Мы уже приехали в светофор. 100 лет хотела сюда заехать. Вон маслины без косточки по 41 рублю. Ленор взяла. В общем, сейчас полазим. Что ты взяла, тесто? Так, ну это мы не едим. Сливки, вон, смотри, по 93 рубля всего. Ой, какие сливки, вон. Вот по 100 рублей. Килька, а, в томатном соке. Чё хочешь, сок гранатовый. Икра трески, ты пробовал когда-нибудь? Винишко. Огромный там вообще. Сангрия сестра, помнишь? Вообще. Ну, сахара. Сладкая, да. Мохито какой-то. Ну, в общем, ходим. Всем привет, дорогие мои. У нас уже прилично время.
Достиралась моя машиночка. Сейчас буду развешивать и расскажу вам, как прошел сегодня мой день. Мы доехали с сестрой до кладбища. Инвентарная по воскресеньям не работает. Мы хотели взять тяпку и к зиме все вычистить. Периметр, как мы всегда все это делаем. Инвентарная по воскресеньям не работает. В общем, инвентарь мы не взяли. Но когда мы доехали до могилы папы, там, конечно, все идеально у нас чисто. Ну, просто идеально, потому что человек идеальный был. Поэтому у него там все настолько идеально чисто. Сестра хорошо еще почистила в прошлый раз, наверное, с корнем, да? Это самое, вычистила все хорошо. Поэтому, может быть, еще холод собачий такой был. Ну вот, я вообще всегда отношусь очень как-то легко к погоде. Ну, холодно, холодно, тепло, тепло. Да. А это, вы не представляете, невозможно было стоять. Обжигающий холод, вот обжигающий ветерок. В общем, мы там побыли совсем недолго. Обычно мы там дольше, конечно, бываем. Ну, потому что невозможно было стоять. И очень хорошо, что мы не взяли с собой маму. Просто очень хорошо. Она у нас маленькая, худенькая. Ее бы снесло там, вообще не знаю, степь. Ну, не суть. Ну, все, выехали с кладбища, поехали в сити-рынок, потому что я хотела посмотреть себе ту журку. Я показывала вам видео наш сити-рынок, который я люблю. Вот. Ну, рынок, он хороший, он мне нравится, но то, что мне надо, например, там нету. Не нашла я себе там этого. Вот так. В Алининых трениках. Фитнес-карты с кимо. Заодно сполоснули. Нету. Полазили с ней. Походили в этом сити. Нету. Там то, что я хотела. Но я приехала домой. Я заказала в интернете уже куртку, которую я хочу. Связалась с этими девчонками, быстро они очень отвечают. В течение 5-6 дней они мне ее вышлют. Я попросила выслать первым классом, чуть-чуть побольше заплатила за доставку. Вот. Думаю, что придет быстро. Потом мы с ней доехали в Волгомол, поменяла я батарейку в этом, в брелке сигнализации. Доехали с ней до светофора, купили там. Я колбасы взяла там. А колбаски фестивальная, упаковка 200 рублей. Очень приличная колбаска, кстати. Наташа взяла печеньки там. Ну так, совсем по мелочи. Совсем по мелочи мы с ней взяли. Доехала я до Мака. Купила запрещеночки. Всем приехала домой, пока одно дело, пока другое, пока по работе по телефону нескончаемо все это. И уснула. Уснула, не могла согреться. Одела эти чумички даже. Как вам показать? Вот такие я ношу. Я их брала на колхозном рынке в Нальчике из шерсти. Видите? И у меня разные есть. Я их много набирала всем. Одела чумички, их называю. Вот. В общем, провалилась, спала. Просыпаюсь, встаю. А вот эту вот часть я не чувствую. Представьте. Рост, как я испугалась. Мне же вообще нельзя болеть, потому что у меня очень много работы. Я давай быстро натираться мазями разогревающими. У меня всегда есть дома такие вещи. Натерла. Сейчас вроде полегчало. Чуть-чуть так спала. Видать, поймала я, схватила. Все, хожу как раскоряка. А дела-то делать надо. Уже суббота, воскресенье, мне кажется, по работе у меня просто стираются. Стираются. Уже как обычный день. Вот, что еще? Супчик я, естественно, готовить не стала. О, Ксенечка пришла. Не стала готовить я и вареники, потому что намерзлась. Сапоги что-то зашла посмотреть, в ламоду нету. Поэтому у меня остаются еще сапоги.
Ну, может, доеду завтра до Комсомола, до Мармелада. Не знаю, в общем, завтра у меня вообще день такой, что хоть в 6 утра вставай, в 7 выходи, чтобы все успеть. Вот так, девчонки, прошел мой день сегодня. Вот так прошел. Ой. Сейчас еще на ночь натрусь, попарюсь немножко. Ну, я ванну не набираю, я не люблю. Сейчас в душевой кабине включу. Это теплый очень. Воду. Она очень быстро нагревается, кабина. Попарюсь немножечко. Одевала я сегодня вот эту кофту. Удобная. Удобную кофту купила. Я вообще люблю. Ни стеснения в движениях, нет ничего. Она не в обтяг. Свободная. Трикотаж плотный, теплый. Ну, в общем, вот так. Все, любимые мои, до завтра. Всех люблю, всех целую, искренне обнимаю. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Со мной интересно. Завтра новый день, будут новые приключения. Всем до завтра.